You know, I have such a beautiful place. Carlos, do not speak English. У тебя красивая квартира. Ой, ты знаешь, ну да, 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 ну чего не о квартире? Давай вот, давай что-то, что ты хотел посмотреть? Мне очень хочется с тобой провести время, время хорошо, давай не будем тратить на кино. Давай включим кино, хороший и фильм, фильм. Смешной, драма. Твой вкус. Мой вкус, ну давай посмотрим романтику, романтику. Давай, давай. Yes, I listen to you. Алло, сына, что you, что мою, сына, ты скажи мне, пожалуйста, ты покушал дома? Ты что-то в последнее время такой бледный стал. I cannot talk to you now. I'm busy. I'll call to you later. Что? Значит, я предлагаю посмотреть очень-очень хороший фильм «Любовь живет 3 года». Не советовать. Не очень. Sorry, it's my fault. Ну, ничего, как бы. Алло, yes. Сына, что-то со связью. Ты скажи, ты витаминки выпил, ты тепло оделся. I'm busy now. Все хорошо? Да, это есть, да. Дрынь. Я тебе не могу. Sorry. Алло, сын. Алло. Yes, что ты связи? Yes. Ты, у тебя все хорошо? Да блин, ну выпил я витаминки, ну покушал. Что, ты меня не можешь никак отстать? Ну занят, я же сказал тебе русским языком. Значит, Карлос. А ну-ка присядь. Давай поговорим. Вот, значит, я на тебя. Ну, ты присядь. Я на тебя, значит, трачу время. Время трачу, да? Думаю, speak English. Не могу с тобой связать две речи. Давай посмотрим фильм. Давай пойдем погуляем. Ты мне... Я напоминаю, это твои английские. Понимаешь, в чем дело? Подожди, понимаешь. Я на тебя трачу время. Извини меня.